Спасибо. Волнение. Пока ты думаешь, что на совсем один, что дома лишь дыры, а люди пустоты мира, над землей проходит маленький господин колокольчик. В левой руке его в правой лира. И ночной его глаз берил, а дневной топаз. И невидимый свет не сходит из этих глаз. Словно новая в новом небе звезда зажглась, чтоб не
не гаснуть впредь. И листва начинает блестеть и звенеть роса, что любая жизнь и смерть любая проста, как валы на паше, как парные паруса. И встают гуртом пренатальные голоса, и земля начинает петь. Седоковой, очень старая моя песня, но я просто хочу сказать, единственное, что в этом стихотворении, наверное, заключается мое кредо. Я вдруг поняла, что я так вот вижу мир. Ольга Седокова. Нашу землю, похвалим луну на воде, то, что ни с кем и со всеми, что нигде и везде, величиной с ока ласточки, с крошку сухого хлеба, с лестницу на крылья. Что как сатурник.
Спасибо. Ксения Якимов, Амстердам. Солнце и блеска воды. Да, нам посчастливилось. И Мюнхен солнечный. Ну, Коль, скажи, у нас другой немножко блок сейчас, да? Да, да. Сейчас будут две песни на стихи наших друзей. Первая на стихи Антона Ержомбика. И затем на стихи Димы Строцова будет песня. А на стихи Антона моя песня, на стихи Димы песня Жени. Петь будет Женя, поскольку песня, моя песня на стихи Антона, она от женского лица. Так получилось, что Антон написал от женского, и я ему помог. Дима, Антон, сколько лет знакомы? Коля? Лет? 100. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Так. Песня на стихи Димы Строцева. Да. Присаживаться. Да, я буду присаживаться. Посвящение Виктору Луферову. Да. Сейчас, секунду. Хотелось бы, конечно, спеть все стихи Димы. Вот у меня есть несколько у тебя песен. Есть. Да. Не помню, 5, наверное. Хотелось бы их спеть, пользуясь присутствием автора, но не помещаемся. А эту песню мы давно не пели. Я помню, один раз. Виктора только. Луферова мы тоже очень... Можно сказать, что новая песня. Как бы это наши корни, наш друг, ушедший. Дерево. Но который с нами. Попробуем. Дети, бегите вверх, опираясь на голос, прочь от меня я остаюсь в темноте. Пока вы меня слышите, вы еще здесь, в темноте. Часть песни будут три не наши песни, как они наши, но не нашего авторства. 2014, 2020, 2022. Майдан, Белоруссия. Вчера и Дима, и Света говорили о Дне расстрелянных поэтов. Михась Чарот, один из авторов переложения народной песни белорусской, был расстрелян в этот день. А 11 ноября был расстрелян и автор музыки, ну, интерпретатор музыки Владимир Таравский. И третья песня – это песня Бориса Гребенщикова 22-го года. Украинская. Thank you.
Плине кача, поти сини, плине кача, поти сини. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя. Залаєш ми злу годину, залаєш ми злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму.
Спасибо. И Куполинка в нашей интерпретации. Можно сказать, что в спектаклях, над которыми работает Коля, ну и мы немножко с Сеней помогаем, тоже во многих звучат эти песни. Они, в общем, наши родные. Да, недавно эту песню пел международный состав, да, в Амстердаме. Голландка, американка, русская, мексиканец, шотландец, болгарин, черкес. Oh,
Ну и немного в нашей интерпретации песни Бориса Гребенщикова. Надо сказать, что он сам ее в нескольких вариантах поет. Я слышал 4, наверное. А один вариант был исполнен. Глеб, по-моему, там был на «Новое слово» в Израиле, да? Где они с Андреем... «Слово новое» с Андреем Сурадиновым пели, со скрипачом «Аквариума». Ну, пока Женечка готовится, скажу, что Андрей Сурадинов, крестный Сени Якимова. Наш кум получается. Кто? Наверное. Колдуй, баба, колдуй, дед. В чистом небе грязный след. Как она взялась, эта гниль и мразь, никакого завтра больше нет, больше нет. Колдуй, викинг, колдуй, йог. То, что с неба нам не впрок. А желтая река слишком глубока, осталось лишь кричать, что с нами Бог. Меж воронок жгут огни, все это не мы, все это они, кой еси, ядрена вошь, против самого себя не попрешь. Этой вражбы в сердце выросли гробы. Была наша душа, ох, как хороша, черным дымом из трубы. Баба, колдуй, дед. Сотни лет один ответ. Но пока дышу, я все-таки прошу, чтобы к нам вернулся ясный свет. Ясный свет.
сейчас Сенина импровизация. Я не знаю, какую тему. Спонтанная импровизация.
вернул нам свет. И заключительная часть это будут две, ну, получается, две песни на стихи украинского русскоязычного поэта Аркадия Сурова. Вдали и кольца дней, и счастья кольца, и кули, не бойся, мальчик мой, не бойся. Стихотворение Аркадия Сурова, написанное в мае 22-го, но актуальное, как всегда. И снова дует теплый южный ветер, дороги сохнут, те, что развезло. Весна стоит на нашем белом свете, на нашем свете всем смертям назло, на нашем свете всем смертям назло. Давай закурим, дым рванется к небу и растворится, как нестрашный сон. И южный край наш подмигнет победой, Одесса, Николаев и Херсон, Одесса, Николаев и Херсон. Возьмемся за руки и будем смотреть, как куст сиреневый цветет, и улыбнутся голуби и люди, и лето долгожданное придет, 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 придет.
Николай Якимов. Семен Якимов. Фестиваль имени Виктора Шнейдера. Спасибо. 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 Спасибо, дорогие. Да, дорогие. Да будет мир. Точно. Да будет мир. То, что мы видим, дорогие, дело в том, что... Садитесь. Спасибо. Не важно. Завершающая.